Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Виктор, и я продолжаю играть в Готику 3. И в этом эпизоде я отправлюсь в следующий наш город, а именно Мурасум. Как видите, я выбрал достаточно такой легкий путь, а именно пройтись вот по вот этой вот дорожке из Брага. Конечно, можно было пойти еще и напрямую от Бакареша, потому что на нем я остановился в предыдущем эпизоде, но если бы я пошел напрямую от Бакареша, то где-то вот в этом вот месте я наткнулся бы на одно очень достаточно такое интересное место, а именно храм Аль-Шидим. И, в общем-то, сразу как только я попадаю к этому храму, у меня выполняется автоматически одно из заданий, которое как раз-таки связано с тем, чтобы найти этот самый храм Аль-Шидим. Мне посоветовали пока что туда не ходить, потому что потом мы вроде как сможем получить какое-то интересное задание насчет этого, ну и получить куда больше опыта, нежели чем мы пойдем сейчас и, собственно говоря, это все откроем. Ну а проходить вот, в общем-то, ну назовем его городом этот Аль-Шидим, хотя это даже на город-то не похоже, там кругом развалины, ну так вот, проходить мы это место, думаю, будем сразу после того, как закончим со всеми делами в Мурасул. Ну а так, сам по себе Мурасул это достаточно большой город. Один из самых вообще больших, которые только есть в пустыне. Квестов очень много. Квесты достаточно тяжелые, по крайней мере, некоторые из них. Ну что ж, попробуем выполнить все, что сможем, по крайней мере. Ну и начну я, пожалуй, наш сегодняшний эпизод с того, что, в общем-то, мы добежим до этого города, немножко осмотримся в нем, потом я покажу, где находится камень телепортации. Ну и для начала, я думаю, мы сходим на местную аренку в Мурасуле, потому что, ну, повоевать-то всегда хочется, действительно. К тому же, кстати говоря, в Мурасуле находится самая такая элитная арена среди всех городов, и на эту арену у нас тут даже есть один небольшой квестик. По-моему, он у нас из Фаринга. Да-да-да, вот он. Из Фаринга этот квест. Стань чемпионом арены Мурасул. Получили этот квест от орков. И как только мы выполним этот квест, мы сможем вернуться назад в Фаринг и немножко посражаться еще там. С самыми величайшими орками. Ну что ж, из-за этого мы получим еще, кстати говоря, нехило так прибавку к репутации у орков, которая тоже может нам пригодиться. Ну вот такие, собственно говоря, у нас планы. Будем сражаться, сражаться и еще раз сражаться. Ну и под конец я немножко поговорю о прокачке нашего персонажа. Ну и думаю, немножко что-нибудь все-таки прокачаем. У меня есть некоторые мыслишки по этому поводу. В принципе, все покажу, все разъясню. И да, кстати говоря, у меня есть еще одно очень такое достаточно интересное предложение. Пожалуй, я сейчас пройдусь немножко пешком, потому что иначе не успею сказать, так как город уже находится впереди и очень близко. Так вот, есть одна такая интересная мысль, и я думаю, что вы всячески активно эту мысль поддержите, вам она понравится. Ну и короче, мысль заключается в следующем, то что, в общем, хотелось бы мне сделать это прохождение, состоящее из трех концовок. То есть, что это значит? И вообще, удастся ли мне это сделать? По идее, если рассуждать чисто технически, то вроде все должно получиться. Но стопроцентной гарантии, опять-таки, я дать не могу, потому что, ну, как бы я в Готике 3 не такой уж и прям спец, чтобы все знать. Так что, собственно говоря, ничего сказать по этому поводу опять-таки не могу. Но есть у меня такое вот, слушайте, предложение. Значит, что я хочу сделать? Изначально я сделаю такое вот нейтральное прохождение, когда пройду все города, выполню по максимуму все квесты. А после я уже буду, скажем так, в виде вот этих вот трех концовок, каждая примерно где-то около 10 серий займет, я буду выполнять квесты той или иной фракции. То есть буду проходить, допустим, за Ксардоса, за Иннеса или Беляра. Вот такие вот, собственно говоря, у меня планы есть. Знаю, что это может все немножко затянуться в плане серии, но я думаю, что так будет достаточно интересно. И это прохождение будет, наверное, самым вообще полным, которое только у нас есть.
постараемся выполнить по максимуму все. Это я еще делаю, пожалуй, даже не только из-за того, что я хочу сделать прохождение это самое полное, а потому что частенько в комментариях, особенно в последнее время, происходят споры, за кого мне проходить, по крайней мере, в плане пустыни. Если, допустим, в Миртане я уже сделал такой свой выбор, это проходить за повстанцев, но тем не менее, все можно в любой момент изменить и выполнить квесты орков те же самые. Я думаю, что мы все сможем сделать, если, конечно, постараемся. Так вот, происходят споры, за кого мне проходить, за ассасинов или за кочевников. Одни говорят, что проходи за ассасинов, так интереснее и так далее. Другие говорят, проходи за кочевников, так как бы будет и лучше, и все такое. Ну, в общем-то, такие споры происходят достаточно часто. Вижу постоянно подобные комментарии. Ну и вот, думаю, насчет этого, может быть, сделать что-нибудь вот подобное. Пока что я не знаю, что из этого получится, как это все пройдет. Но пока что побудем мы немножко на такой нейтральной стороне. Просто походим, повыполняем все, что сможем. Ну, а потом уже, ближе вот так под конец, мы будем, собственно говоря, уже все решать. Свои идеи по этому поводу вы, конечно же, можете оставить в комментариях под этим видео. Я с удовольствием все прочитаю. Ну, и приму к сведению. Так, ну а мы находимся, собственно говоря, уже возле входа в этот самый город Мурасул. И тут нас встречает вот такой вот человек Кафу. Давайте с ним поговорим. Ты как раз вовремя. О, отец трудолюбия! Не хочу об этом говорить, но меня ограбили собственные стражники, эти псы, чтобы им больше капли воды не найти. Тебя обокрал твой собственный стражник? Если ты хочешь что-нибудь для меня сделать, прикончи этих парней. Я уже перепоручил это дело Бандару, охотнику за головами, но с тех пор я ничего о нем не слышал. Ты торгуешь водой? Это может быть прибыльным делом. О, господин, тысячи приключений! Чего только не даст измученный жаждой путник за прохладный глоток живительной влаги из моего колодца. Если хочешь, могу и тебе предложить глоток прохладной воды. Что украли у тебя стражники? Не меньше 700 золотых. Я хочу их вернуть. Я верну тебе твое золото. Это было бы крайне любезно с твоей стороны, о, мастер великодушия. Я разделаюсь с твоими стражниками. Надеюсь, что их уже иссушило в прах немилосердное солнце Иноса. Пусть их тела Да-да, хорошо. Ты должен их найти, слышишь? Так, ну хорошо, покажи, я обязательно займусь этим. Так, ну а что у него тут по товарам? Да, в принципе, вроде ничего такого особенного. Весь ассортимент достаточно скудный и типичный для всех торговцев. Так, ну ладно, давайте теперь, собственно, поднимемся наверх, зайдем в сам город. Так, вот тут мы, похоже, не пройдем, да? Ладно, давайте вот тут пройдем тогда в обход. И я вам, в принципе, покажу то место, где у нас находится камень телепортации. Он, к счастью, здесь находится на таком достаточно видном месте, и найти его можно будет буквально сразу через пару минут, как мы попадем в город и просто начнем здесь немножко осваиваться. Итак, вот в принципе мы находимся и в самом городе. Город действительно большой, здесь очень много именных ассасинов, и как я уже и сказал, просто гигантское количество квестов. Сейчас мы не будем просто говорить со всеми подряд и набирать тонны квестов, мы будем это делать все постепенно и помаленьку. И как я уже и сказал, в этом эпизоде мы займемся в основном именно сражением. Чего ты здесь околачиваешься? Так, нет. С тобой пока что говорить не буду. Итак, вот смотрите. Камень телепортации. Как видите, он находится на таком достаточно видном месте. Ну и давайте тогда сразу его поставим. Так, в Мурасул, да? Угу, отлично. Ну что ж, камень телепортации поставили. А теперь давайте посмотрим на местную арену. Чем-то она напоминает, смотрите, арену, которая находилась в Бакареше. Но не чем-то, а это, по сути, копия той же самой арены. Хотя, может быть, какие-то изменения все-таки небольшие есть. Но, честно, я ничего не замечаю. Так, ну и давайте поговорим вот с этим вот чуваком. Судя по всему, он как раз-таки и заведует этой ареной. А, новое лицо! Меня зовут Филиппе, я заведую ареной. Я
Хочу славы, почета и золота. Тогда ты попал как раз по адресу. Какие здесь правила? Ты покупаешь у меня партнера по бою. Если выиграешь, получишь вдвое больше. А чемпион получает лунный клинок. Что такое лунный клинок? Это приз чемпиону арены. Ты не знаешь? Ах, могу тебя уверить, что это самое желанное оружие в Моросул. Даже Гонзалес, самый сильный человек в городе, хотел бы иметь лунный клинок, я уверен. Неужели? Я готов, я хочу сражаться. Жду этого с нетерпением. Все на арену! А теперь выступает претендент! Чужеземец севера против знаменитого, ужасающего и всеми уважаемого паладина! Что мне теперь делать? Если не собираешься идти на попятный, ступай на арену. Паладин будет ждать тебя там. Если покинешь арену до окончания боя, ты проиграл, ясно? Ясно. Тогда шевелись. Так, ну что ж, давайте сразимся. Как вы видите, правила абсолютно идентичны тем, что были на арене в Бакареше. И в принципе выигрыш вроде как составляет в два раза больше, как в принципе было на арене Бакареше. Ну ладно, что ж, давайте. Спустимся тогда вниз, ну и немножко здесь, собственно говоря, посражаемся. Итак, первый противник — это паладин. Ну, давайте покажем ему, на что мы тут годимся вообще. Хотя, вроде как, паладин — это не ассасин, и не знаю, что он здесь делает, собственно говоря. Но, видимо, пришел на какие-то... те же самые заработки или еще что-то. Судя по тому, что сейчас тут творится, кого угодно можно увидеть и где угодно. Что-то он какой-то жесткий, я смотрю, а? Он не дает мне удар провернуть, может как-нибудь его, а? Попробовать вот так вот проколоть, а потом добить, а? Слушайте. Или может с верхушки как-нибудь его вот так вот. А, ну хотя смотрите, что-то здоровье у него уже... подошло к концу, я даже сам не заметил. Ну ладно. Вроде урон наносит он не такой большой, но бьет он чересчур часто. От этого, да, собственно говоря, нет. Он не дает мне провернуть какую-либо атаку. Хотя здесь, наверное, виноват именно альтернативный АИ. Я уж не знаю, сколько эпизодов он у меня снова включен, но... пока что играю, собственно говоря, с ним. Ой, а я щит не подобрал. Ну ладно. Иногда я чувствую себя очень усталым. Почему они зовут тебя паладином? Я был простым солдатом в войске короля и сражался на войне против орков. На нас напали ассасины и увели меня в плен. Потом у меня был выбор: или на арену, или дробить камни. Ну вот, а потом они наградили меня этим титулом, чтобы привлекать зрителей. И это сработало. Ну и как тебе бой? Раньше я таких, как ты, подвое на завтрак уделывал. А сегодня ты меня заставил песок глотать, стар... стар становлюсь. Ты хорошо дрался. Видимо, я здесь немножко ошибался. Ну ладно, теперь мы понимаем, как он, собственно говоря, сюда попал и что он тут делает. Хорошо, давайте сейчас тогда выступим против какого-то более серьезного противника. Так, давайте пойдем и закажем себе второй бой. О, впечатляет. Хотя мне кажется, что тебе просто чертовски повезло. Повезло? Мы же оба знаем, что время паладина уже давно прошло. Если хочешь далеко пойти, придется побеждать более сильных соперников. Анктос совершенно другого калибра. Это герой простонародья. Очень искусен в обращении с мечом. Дай мне настоящего противника. Чего у тебя не отнять, так это смелости. Слушайте, люди! А теперь претендент!
Одинокий странник севера выступает против кочевника Анктоса. Он пришел из пустыни, чтобы отомстить за смерть своих братьев. Так ли силен претендент, чтобы выстоять против него? Ты правда думаешь? Дашь мне какой-нибудь совет? Да, следи за своей шеей. А теперь ступай. Анктос уже наверняка ждет на арене. Так, ну ладно, давайте тогда немножко подлечимся и отправляемся сражаться с более серьезным противником. Давайте вот так вот быстренько доберемся до арены. Иди сюда. Так-с. Давайте победим сейчас тогда его по-быстренькому. Убивается вроде как он быстрее, да и сам он как-то особо сильно не впечатляет. Если тот меня как-то забивал достаточно быстро, то этот бьет так вроде не особо сильно. Доспех гладиатора получено. Смотри в оба получено. Смотри в оба. А что это за штука такая? Интересно, интересно. Проклятие. Записка какая-то. Больно-то как? Эй, стоять. Давай-ка я с тобой сначала поговорю, а потом после разберемся со всем остальным. На арене ты мастер своего дела. Уважаю. Ты из кочевников? Да, это так. Я из рода Кайора. Однажды придут мои братья и освободят меня. Думаешь, это умно говорить об этом вслух? Ассасины не верят, что мы когда-нибудь сделаем это. А ты? Я готов умереть за свою свободу. Это все, что важно для меня. Где мне найти Кайора? Я скажу тебе это. Хотя я не знаю, какие у тебя намерения. Поэтому будь осторожен. Не переходи дорогу моему роду, иначе горько об этом пожалеешь. Ближе к делу. Мой род прячется в пещере на западной окраине руинных полей. Так, ну ладно, теперь мы знаем, где скрываются, судя по всему, ближайшие кочевники. Ну и, судя по всему, попал он сюда точно так же, то есть его просто взяли в плен. Так, хорошо, за каждый выигранный бой мы получаем всего лишь по 5 репутации в городе, что достаточно мало, но и неудивительно, город-то большой и квестов здесь будет тоже очень много. Так, ладно, давайте рассмотрим, что у нас тут есть. Мы какой-то доспех тут получили, а вот он, доспех гладиатора, кстати. Мне как-то писали, как-то показывали, как можно осматривать персонажа. Сейчас давайте посмотрим это в настройках управления. Где-то здесь можно... Сейчас. Посмотрю это. Так, превращение, инвентарь, данные. Оглянуться, вот. Оно, нет. Ой. Нет, не оно. Где-то должна быть здесь настройка, которая позволяет сделать прямо такой классный вид, который как раз-таки позволяет нам легко... Ой, что я сделал? Не понял, почему он мне автоматически записывает это на непонятную какую-то клавишу. Странно. Ладно, я не знаю, что я сейчас только что сделал. Ну, допустим... Нет, что-то ничего не работает у нас. Я так смотрю. Ладно, ну короче, есть где-то какая-то кнопочка, которая позволяет легко сделать вид от первого лица. Писали раньше давным-давно. Нет, первого лица, но вид такой вот прямо, как мы можем хорошо смотреть нашего главного героя. И, собственно говоря, посмотреть на доспех. Может быть, вот это вот, а? Слушайте, я даже не знаю. Ну ладно, вот это последнее посмотрим. Не, ничего не работает. Ну, есть там какая-то кнопка, короче, нажимаешь ее и можно поворачивать спокойно камеру, вертеть. Ну, в принципе, доспех похож на тот, который был у того самого паладина, то есть, в принципе, думаю, ничего особо интересного такого нету. Так, смотри в оба, это у нас, судя по всему, какая-то записка, как я понял, ну, что может еще называться. Так.
Короче, если кому-то интересно, то можете почитать, что здесь написано. Но вроде как здесь ничего такого особого я не вижу. Хм, ладно. Может быть, она нам где-нибудь еще и пригодится. Хотя не верю. Хорошо. Давайте теперь тогда пойдем и закажем себе третий. Это у нас вроде как будет предпоследний бой. Ты начинаешь нравиться людям. Здесь любят, когда бьют кочевников. Но твой следующий противник – настоящий медведь. Огромный, как скала, и сильный, как бык. Говорят, он может голыми руками сломать шею медведю. Да и вообще любому другому животному. Мне нужен очень хороший боец. Кажется, ты что-то задумал. Люди, слушайте сюда! Зрелище, которое нельзя пропустить. Сражаются таинственный чужеземец против Элка-медведя. Давайте пойдем и наваляем этому самому медведю. Посмотрим, что это будет за такой серьезный бой. Что это будет за такое зрелище, которое нельзя пропустить. Давайте будем немножко уже в темпе. Немножко побыстрее. Провозился с этим доспехом в итоге. В итоге так нормально ничего не показал. Ну вот. Вот он тот самый доспех. Вроде как идентичен этому. По крайней мере, очень похож. Ой, что-то он слишком быстро как-то сражается с оружием. Ну, в принципе, как и первый наш соперник. Он нас очень быстро забивает. Вот этим вот клинком. Также у него, как я вижу, есть щит. У первого вроде как тоже был какой-то щит. Ой, кстати, за это сражение мы получаем побольше репутации. А именно уже не 5, а 10. Ну что ж, достаточно неплохо. И вроде как следующий бой у нас будет тот самый бой с чемпионом арены. После победы в итоге мы станем им. В следующий раз я тебе... Я здесь не за тем, чтобы болтать. Я здесь за тем, чтобы драться. Да, одно я вынужден признать. У тебя был хороший учитель по боевым искусствам. Так, понятно. Ну ладно, хорошо, хоть немножко опыта получили после разговора с ним. Так, ну и давайте пойдем сейчас и сразимся с самим чемпионом арены. Кстати говоря, этот самый чемпион нам уж и знаком. Раньше по первым двум частям. Какая борьба! Какое зрелище! Да-да, хорошо. Ты готов? Готов к чему? К титулу. Еще один бой, и ты станешь чемпионом Морасу. Я хочу выступить против чемпиона. Я знал, что ты не будешь довольствоваться лишь одним куском пирога. Ты хочешь весь. Жители Морасу, с удовольствием объявляю следующий бой. Действующий, непобедимый чемпион арены Морасу Ангар против настоящего и заслуженного претендента на этот титул чужеземца. Так, ну хорошо, давайте победим Ангара на арене. Вот это тот самый Курангар, с которым мы были знакомы как в первой части, так и во второй. Ну вот, собственно говоря, мы встретили его и здесь, в третьей. Хорошо, давайте сразимся с ним. И, собственно говоря, станем чемпионы арены в Морасу. Так, ну что, ты готов? Тогда покажи, на что ты способен. Хорошо, как я вижу, он очень неплохо владеет оружием. Проворачивает всякие различные удары, наносит неплохой урон. Ну что ж, он достаточно серьезный противник. Судя по всему... Как я понял, у него изучен тот самый навык, которым очень интересуюсь в данный момент я. Сейчас я постараюсь вам его показать, только сначала будем не победить его. Я даже не знаю, какую тактику применить тут, сражаясь с ним, потому что он бьет сильно и по-разному. То с вертушки угодит, то так просто подобьет, то еще что-то. Может, стоит его как-нибудь прижать, хотя, учитывая то, как он быстро...
бьет, то у нас мало что получится. Поэтому единственное, что нам делать здесь, так это вставать и вот так вот его бить. А, ну хотя иногда может, если, конечно, нам чудом повезет, мы сможем ударить его как-нибудь вот так вот с вертушки. Так, ну давайте будем пробовать. В принципе, у него здоровья осталось не так уж и сильно много. И мы получаем аж плюс 15 к репутации в Марасул. Все замечательно. Просто прекрасно. Записки Ангара. Несущий меч. О, несущий буду. Так, ладно, давайте сначала посмотрим, что это за такой меч интересный. Уран клинка 110. Прибавка к максимальной жизненной энергии плюс 20. Но требуется навык тяжелое оружие второго уровня. В принципе, неплохой такой меч. По урону не сильно отстают от тех, которые использую я сейчас в данный момент. А плюс он еще и дает прибавку плюс 20 к жизненной энергии. Но, к сожалению, использовать не могу, потому что не изучен навык тяжелое оружие второго уровня. Так, стоять. Я хотел с тобой еще поговорить. Наконец-то ты здесь. Ты нашел дорогу на большую арену Морасул? Ангар, ты как здесь очутился? Я поднялся по побережью, и вот я здесь. Я провел на арене несколько боев и сразу же стал чемпионом Морасул. Жаль, что ты не видел мой бой с Аркнараком. Расскажи мне о своем бое с Аркнараком. В общем, слушай. Сперва мы обменялись парой тумаков, проверили друг друга. Тут я получаю несколько мощных ударов. Пытаюсь поставить блок, падаю на землю. Он вращает свой топор, как перышко. Я вскакиваю на ноги, отражаю удар и хорошенько бью его с разворота. Вот и все. А потом меня объявили чемпионом. Но ты, видимо, еще не в отставке. Да, ты прав. Я до сих пор работаю на свою пенсию. Но боюсь, что пока будет идти война между богами, не видать мне покоя. Но я рад хотя бы тому, что мы ушли с этого проклятого Хариниса. Быть чемпионом в Морасул, наверное, это здесь чего-то стоит. Ну да. Ведь здешние идиоты даже ни разу не были в рудниковой колонии. Бои на арене просто забава по сравнению с прошлыми боями против гвардейцев. Все, что меня интересует, так это приз чемпиона. Лунный клинок. Отличное оружие. Но ты же сам это знаешь. Ты теперь чемпион. Ты все еще увлекаешься оружием, да? Я могу показать тебе еще пару вещей. Хотя я не думаю, что тебе это нужно. Как я дрался? Парень, ты все еще занимаешься этим, да? Мои поздравления. Ты стал новым чемпионом Морасул. Наверное, придет пора и мне уходить на покой. Ты научишь меня драться? Так, ну, судя по всему, здесь ничего интересного нету. А также теперь мы сможем его взять куда-нибудь с собой и, собственно говоря, гулять, допустим, где-нибудь по местным руинам. Так, ну, в принципе, думаю, мне его помощь особо не потребуется. И сейчас давайте посмотрим, там была какая-то еще записка. Только вот, к сожалению, не успел я прочитать. Что это за записка-то была? Я даже не знаю. Эх, ладно, думаю, особо ничего сильно такого не пропустили. А, вот записка Ангара. Здесь он рассказывает о том, что техника боя ассасинов впечатляющая. Он всегда хотел драться с оружием в обеих руках. Так, к сожалению, я больше не смогу использовать мой старый меч, несущий бурю. Просто это слишком сложно для этой техники боя. И сейчас я уже не молод. Когда наступит правильный день, я подарю его. Иногда я скучаю по старым добрым временам в Рудниковой долине. И моему старому мечу Красный Ветер. Подарю ему. Кому подарю? Не знаю. Ну, судя по всему, подарит его мне. Так, вот тут еще приписка есть. Этот старый меч принадлежит Ангару. Он носит его с тех времен, когда был стражем. Хорошо. Это и так будешь тут стоять? Ладно. Я с тобой никуда не хочу идти.
Так, и давайте пойдем и посмотрим, что нам скажет, и, собственно говоря, заберем свой приз. Так, а где хозяин арены? Похоже, судя по всему, он ушел спать. Да, видимо, так и есть. А, вот он. Ты ведь совсем недавно в городе. Или это не он? Мора-Сул — это город Гонсалеса. С каждой сделки, с каждого дела, даже с краж, он получает свою долю. Ты видел элитных воинов, которые здесь ходят? Они у него в подчинении. Понимаю. Я могу раздобыть для тебя пару заданий, чтобы у тебя в кармане появилось немного золота. Мора-Сул может быть очень дорогим, особенно для приезжих. Так, нет, пока что я с тобой не хочу ни о чем таком говорить. Давайте я сейчас посплю тогда до утра и найду того человека, который заведует ареной. Так, ну вот. Так, ну и где он? Что-то я его не вижу. Может быть, тебе и все равно? Да, как-то странно, может быть, он куда-то немножко отошел, а? Да я даже не знаю, куда бы он мог отойти. Так, ангар тут. Такс. Элк. Анктос, так. Я об этом подумаю. Паладин. Проклятье, что тебе нужно? А, вот. Эй, хорошая борьба. Ты поистине достойный чемпион. Что теперь? Ты победил чемпиона. Боюсь, что какое-то время никто не захочет бросить тебе вызов. Но я ставил свое золото на тебя, и твоя победа принесла мне кругленькую сумму. Где мой приз? Держи. Отныне этот благородный клинок принадлежит тебе. Так, что ж, давайте посмотрим, что это за тот самый лунный клинок. Так, ну и где он? Вот он. Ну, честно говоря, клинок не самый лучший, потому что урон от него, как видите, составляет всего лишь 80 единиц. Это мало, очень мало. Так, ну и сейчас давайте, собственно говоря, я вернусь тогда... Куда я там собрался, Фаринг, да, и доложу оркам о том, что я стал чемпионом арены Мора-Сул. И сейчас нам орки предложат совершить еще несколько боев. Я знаю, что время этого эпизода уже, наверное, подошло к концу, но тем не менее, давайте сейчас попробуем сделать пару боев, а потом буквально в двух словах я немножко постараюсь вам рассказать о прокачке. О том, что я собираюсь прокачивать и что там у нас по поводу трав. Вот такие вот у нас дела. Так, ну что ж, давайте тогда. Я поднимаюсь наверх. Так, давайте тогда даже немножко пробежимся. Так будет быстрее. Так, вот только бы узнать, кто нам давал это задание. Так. Кто из них тут заведует-то орками? Ну точно не люди. Мне это задание дало какой-то один из орков. Может быть, Тарак? Ага, да, отлично. Я выиграл на большой арене Мора-Сул. Значит, ты действительно великий воин. Мои воины польщены. Что могут равняться на тебя? Я хочу драться на арене. Сразись с Виго. Так, ну и теперь давайте буквально быстро, как можно скорее, посражаемся немного. Ну, тогда здесь покажи, что с орками, с наемниками орков, с самыми элитными такими противниками. И после уже немножко поговорим о прокачке. Как видите, все убиваются достаточно быстро, я бы даже сказал очень быстро. Не знаю, смогут ли они со мной еще поговорить после сражения. Давайте немножко подождем и посмотрим. Что из этого у нас случится? Так, ну давай уже быстрее вставай, а? Оу, моя голова. Потом поговорим. Ну, судя по всему, здесь никто с нами говорить не будет, я так понимаю, да? Хотя, точно я не уверен. Так, давайте возьмем себе какого-нибудь более сильного противника. Виго для меня не противник. На следующий бой дай мне настоящего противника. Да. Я хочу драться на арене.
Будет драться Тукаш. Слава победителю. Так, ну ладно, давайте победим Тукаша на арене. Как видите, за каждый бой я получаю достаточно неплохую такую прибавку к репутации орков. То есть за каждый бой вроде как я получаю плюс 2 к репутации орков. Это неплохо. Ну, покажи, и чего ты стоишь, эта репутация Мора может нам всячески пригодиться. Так. Ну, в принципе, вроде как он убивается тоже достаточно просто. И ничего сверхсложного тут нету. Отлично, мы получаем вдобавок к этому еще и новый уровень. Что ж, просто прекрасно. Это 53 уровень, и сейчас у меня в наличии уже 62 очка обучения, которые нужно тратить, и я думаю, что 20 очков обучения мы вот прямо сейчас потратим. Я хотел бы повысить немножко свою жизненную энергию. Смотри, я думаю, что буду повышать ее где-то примерно до уровня 500, а то может быть даже и больше. Так что, думаю, вот в самый раз пришло немножко время подкачать свою жизненную энергию именно за очки обучения. Так, эй, где тут орк? Ага, вот он. Тукаш был слишком слаб. Ты хороший воин. Не стыдно и проиграть тебе. Я готов сражаться на арене. Ты будешь драться с человеком. Мортис, сильный и опасный воин. Хорошо дерется. Хм. Они тут что, чередуются, а? Человек-орк, человек-орк. Хм. Ну, судя по всему, так и есть. Ладно, иди, давайте сюда сразимся тогда уж и с ним. А что он вообще какой-то слишком легкий. Неплохо. Хм. О, он нам аплодирует, я смотрю. Хм, прикольно. Так, с него можем подобрать зазубренный топор. А я помню, что он стоит достаточно много. Кстати, вообще пришло уже время продать весь свой хлам, который, ну, как видите, накопилось очень-очень много. Продав все это, мы сможем получить гигантскую сумму золота, что, в принципе, даже неплохо тут присматриваем для нас. Потом потратим эти деньги, когда, допустим, будем покупать репутацию у ассасинов. Мортис побежден. Теперь ты самый сильный человек на моей арене. Немногие люди достигли того, чего достиг ты. Я хочу сразиться с лучшим. Ты смелый. Ты просишь Рожова. Он придет к тебе на ринг. Если ты выиграешь этот бой, ты станешь моим чемпионом. Ох, и снова орк. Хорошо, давайте победим этого Рожова и, собственно говоря, станем чемпионом этой арены. Вроде как чемпиона сражается с каким-то самым простым таким оркским мечом, как я вижу. Ну ладно, давайте сразимся с ним. Посмотрим, что он может мне сделать. Он, конечно, меня сразу тут прижал и пытается меня убить. Ну ничего, сейчас попробуем как-нибудь выбраться из этой ситуации. Ну и убить его. Так, отлично. Ну что ж, вроде как все. Последний, финальный, четвертый бой выигран. Так, ну давайте пойдем и поговорим насчет этого. Я выиграл. Я уважаю тебя. Отныне все на этой арене будут равняться на тебя. Как гладиатор, ты достоин всего, чего может добиться воин. Так, ну вот в принципе и все. Все квесты здесь мы завершили. Что, конечно же, не может не радовать. Так. Ну все, квестов в фаринге больше не осталось. Мы получили плюс 8 к репутации орков, что достаточно неплохо. Вот, в принципе, и все. Ну а сейчас давайте в двух словах поговорим о прокачке. И, в принципе, на этом уже закончим. Итак, в принципе, как я и говорил в предыдущем эпизоде, с этого эпизода мы начнем активно заниматься прокачкой. И вот, в принципе, у меня есть уже некоторые такие планы насчет этого. Итак, в плане того, что я буду прокачивать зельями,
А что я, допустим, буду повышать, съедая травы сразу? Так, ягода гоблина. В принципе, может быть, еще немножко поварю себе эликсиров на ловкость. Может быть, эта ловкость мне куда-нибудь пригодится. Властоцвет. Тоже может быть. Точно не уверен. Потом, далее. Пламенника. Вот тут, в принципе, если вы, конечно, играете за мага, то, конечно же, 100% наверное, выгодно это варить из него, из этого растения, зелья. Но поскольку я не собираюсь прокачивать мага, поскольку я хочу сделать чисто вот такого непобедимого воина, то я думаю, эти травы все сразу съем, ну и повышу свою ману еще на 50 единиц. Потом, царский щавель, это понятное дело, он нужен лишь для создания эликсиров. Это охран трава. Охран траву, думаю, съем сразу, потому что делать эликсиры на выносливость смысла нету. Сейчас моя выносливость составляет 164 единицы, и если я съем всю охран траву, то я повышу свою выносливость аж до уровня 220, где-то там, 6 единиц. А столько выносливости, да я не знаю, зачем мне столько много выносливости-то. Так что прокачивать мы больше ее не будем. Она мне, в принципе, особо не нужна, и поэтому все эти травы я съем так. Драконий корень, но здесь я тоже ничего сказать не могу. Пока что, конечно, отложу, мало ли, может быть, сделаю какие-то еще эликсиры из этого, но думаю, что вряд ли. Ну и теперь давайте потратим еще немножко наших очков обучения и сразу же прокачаем нашу жизненную энергию до 80 единиц. Ну это все, мы затратим 20 очков обучения. Давайте где-нибудь вот в Ордее это все сделаем. Тут у нас есть неподалеку статуя Иннеса. Ну и, в принципе, вот так вот все. Потом я этот уровень жизненной энергии, думаю, повышу еще до уровня где-то 500. По крайней мере, за очки обучения точно. Ну а дальше, может быть, там уже зельями или еще чем-то. Иннес. Потому что дальше все остальные очки обучения, я думаю, буду по максимуму вкладывать в оставшиеся навыки. То есть, примерно все вот так вот. Пока что я не буду тратить еще 20 очков обучения, чтобы повысить жизненную энергию до 500 единиц. Потому что нужно все еще немножко будет подсчитать, подрасчитать. Может быть, стоит эти очки обучения лучше сейчас потратить на какие-нибудь навыки. Ну вот, в принципе, и все. Немножко прокачались. А насчет трав, травы на выносливость и на ману я съем за кадром. И результат вам покажу в следующем эпизоде, потому что их достаточно долго есть. Ну а с вами был все это время я, Виктор, и если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, а также подпишитесь на канал, если вы не хотите пропускать новые интересные видео. Ну что ж, увидимся тогда в следующем эпизоде. Конечно. И прощаемся, думаю, что ненадолго.